Добрый день, друзья, и это вторая часть Флоумарта под названием «Исчезающая красота». Это действительно так и есть. Нужно наслаждаться и радоваться, что имеем возможность прикоснуться и даже приобрести некоторые предметы. Это Фюрстенберг, великолепная бонбоньерка, а до этого была Титау. Давайте смотреть. Выпуск действительно очень интересный. И впереди невероятные, шикарные антикварные сервизы. Мы с вами уже видели, и вот то шикарное блюдо, оно еще в наличии. И майса на скебок. Так, это Розенталь, это Кайзер. This is Розенталь, no? Yeah. This is Kaiser. Да, друзья, здесь нужно быть внимательным и не стесняться копать. Не накопала бы я, не было бы чудесных покупок. Есть у меня уже кое-что. Шикарные приборы. Moira, this is 50s, this tablet. Yeah, no, that's not what I need. Okay. Was suchst du? Ich hab, weißt du was ich hab? Schön, Kaffee geschaut. Und zwar von Rosenthal. Ja, ja. Stil der 70er Jahre. Ganz zwei tolle, richtig schöne. Die bringe ich mir daher. Limousch, Franz, блюдечко там. Антикварный лимуш. Gewichtszuschlag sozusagen dabei. Oder? So in der Art. Das ist echt schwer. Das ist so schwer, dass ich es mir gleich schätze. Was kostet das Körbchen für 25? Das ist aus der 50%. Ich finde es einfach. Sie sind die erste wirklich gehalten. Und ich habe gedacht, шикарное место с шикарным товаром и с достойными ценами, друзья.
О, мы точно не унесем. Огромная. Огромная шикарная ваза. Даже не буду спрашивать. Да, мы пришли. Розенталь. Смотрите. Я еще в такой вариации не видела. А это тоже прелесть, тоже розенталь. Антикварный, да? Ну почти. Здесь все розенталь, я так понимаю. Вот это антикварный. Да. Ну, какой вам больше нравится? Здесь глаза разбегаются, не знаешь, куда смотреть. Чудо чудесное. Мой Готфиш! Так, подожди, знаю сына. Пожалуйста. Слушай вас. Такие 3 единицы великолепные. Смайсен со всех сторон. Kostet 100 Euro das große Teil. 100. Und wie viel diese? 40. Там много всего красивого. Я уже не дотянусь туда. Так, переходим дальше. Это что за розы? Кто это? Вильям Коллекшн. Я не знаю, кто такой Вильям. Розенталь. Эта штучка мне нравится. О, какой сервис. Сейчас. Was kostet komplett? Das ist
sechsmal Kaffee und sechsmal das 120. 120, sehr schön. Ja. Mhm. Ja. Und was kostet Gläser? 120 евро, такая красота, ну конечно, просто великолепный. 60-50 kann ich machen. Угу. Was kostet? 30. Mhm. Mund geblasen, Eberfang, mhm, geschliffen, ja, handgeschliffen. Ja. Flamingo. Тут тоже видела Румыния. Такого, кстати, очень даже много встречается. Сделанная под розенталь. Сразу чувствуется, что хотели повторить. Лучше не надо. Так. Такой крупненький. Что это? Это люстра. No, eben. Ich glaube, das müssen wir selber aufnehmen. Ja, weil ich meine, die wollen gleich in einer anderen Runde wohnen. Snip. Ich habe auch sowas zu Hause, was das ist. Das ist ein Taufbrief. Taufbrief? Ja. Taufbriefe hat man von den Paten ausgeführt, ausgefertigt. Meistens war ein Geld dabei. Nee, bei uns ist das so rum, aber auch so oben. Ja, auf. Das gab es in verschiedenen Ausführungen, okay. Je nachdem, wo man es gekauft hat. Nee, ich habe es Was kostet dieses Set? 12 Euro. Mhm. Und komplett? 140, das ist total. Ja. Das ist total komplett, ne? Mhm. 140. Mhm. Und das komplett? 35. Mhm. Ist auch gemarkt, ja. 35 Euro. Очень красиво. Сразу попадаем. Кайзер. Здесь 185 такого блюда. Просто сориентировала по цене. Майсенджер, да? Понятно это. Я не знаю, когда я в следующий раз решусь на покупку какого-то сервиза, если честно.
Очень это физически тяжело, да и сервизы, в общем-то. Очень симпатичный селфман антикварный. Так, кайзер, да? Да. Все, наверное. Симпатично. Это выглядит симпатично. Так, что здесь? Симпатичные вазочки. Sind witzig, ne? Schumann. Danke. Чудо. Schumann, конечно же, уже потерянный, увы. Egal, Hauptsache kaufen. Красивая вазочка. Мьёска шикарная. Кувшин. Für beide zusammen 5 Euro. Nee, mehr wie mir.
Друзья, когда встречаешь вот такие подобные изделия, это Шуман, прекрасная фруктовница или сухарница, действительно как-то становится светлее на душе. Я ее, конечно же, приобрела. Приглашаю вас, кстати, на свой телеграм-канал, ссылка в описании под видео. И вот эта чашечка меня тоже очень поразила, поэтому она у меня тоже в наличии. Ein Krokodil, das Krokodil lasse ich laufen. Немцы тоже умеют торговаться. Wir haben die Halsbänder gewöhnt mit ganz klein. Сколько красоты. Так, я туда не смогу подойти. Зайчик. Was kostet? Doch, du willst jetzt 20 Euro. Alles 20. Mhm. Okay. Вы уже не часто здесь встретишь у нас подобное изделие. Это Шаобах Кунст, великолепная ваза, но, увы, есть трещинка по глазури. Ой, красивые бокалы там стоят. Здесь один. Классный. Это невероятно. Вас кусты деваза? Конита Авраам. Найкун куттар лев. Кути гадай. Ни лаукан. Нам дилер махап тому. Фантиш. Кути манга. Виш мама. Тут или хап тому. Только кусты. Вышитые картины. Спершалер. Aber da wird's was. Wir haben jetzt 40 in Spinnige damit als. Вас кустит?
Warum? Was kostet? 10. Ja, das sind halt diese Modelle da. Dann, was ist das? Ja, ja. Чехословакия. А, или нет? Нет, это Шварценхаймер. Друзья, добровольно с такого фло-марта не уйдешь. Вот так и в этот раз круг за кругом. До момента, пока не разрядился мой телефон, я снимала, много еще интересного не получилось отснять. Сегодня заканчиваю репортаж, благодарю за просмотры и до новых встреч, всего самого наилучшего.